специальное предложение сегодняшнего дня. И когда в феврале мы представили вам этот костюм Джоанна, за 10 минут он разлетелся в количестве более 1500. Он и сегодня настоящая сенсация и настоящий фурор. Цена только сегодня 999 рублей. Костюм Джоанна – это блуза по цене менее 500 рублей. Это юбка по цене менее 500 рублей. А у нас 5 вариантов цвета. Желтый, коричневый, красный, розовый и серый. Вы представьте, как это здорово! И с нами сегодня великолепная, выразительная Светлана Бликштейн, стилист, имиджмейкер, преподаватель в школе стиля, автор проекта «Гардероб красок». Я называю просто богиня. Ты знаешь, ты в этом костюме великолеп. Спасибо, Энджи, мне очень приятно. Я рада представлять вам, дорогие наши модницы, костюм Джоанны, который из двух вещей. Это блуза и юбка. Можем носить вместе по отдельности. Обратите внимание на вот этот дизайн. Так называемый индийский пальмовый лист, персидский кипарис, турецкий огурец, бутай. Все это пейсли. Название орнамента, которое появилось в Иране, затем в Индии и в 17 веке покорило Европу. И также сейчас для вас украшает данный костюм. Мне очень нравится это решение, слегка восточное, но при этом классический рисунок одновременно. Вы знаете, это тренд, который полюбился модницам с 1981 года, когда модный дом Этро представил свою коллекцию. Смотрите, огурцы пейсли могут быть разными, большими, маленькими, округлыми, динамичными, компактными. Вы знаете, а данный размер подойдет совершенно любой даме, вне зависимости от вашего стиля внешности и размера фигуры. Кстати, берем на размер больше. Вы только посмотрите на этот удивительный орнамент, суперпопулярный принт пейсли в розовом цвете. Рядом с ним, вы только полюбуйтесь, нейтральный, элегантный, всегда уместный серый цвет с вкраплениями черного и коричневого. Вот обладательница рыжих волос и светлой кожи оценит и выберет желтый цвет. Ну и, наконец, полюбуйтесь коричневым. 999 рублей цена только сегодня. Какая экономия? 2000 рублей. А очаровательная Светлана Бликштейн выбирает красный размерный ряд от 50 до 64. Знаете, я раньше считала, что принт пейсли вообще мне не подходит. Ну, вообще не подходит. Но благодаря Светочке Бликштейн я поняла, что все зависит от многих вещей. Как этот принт пейсли выглядит, тогда он может мне подойти. Точно. Вот на этом и рекомендую остановиться. А давайте остановимся и одновременно продолжим. Здесь рисунок имеет прекрасный размер, плавные линии. Он подойдет совершенно любому лицу и любому размеру. Посмотрите на Катю. Она 54 размера. Выбирает для себя костюм на размер больше. Посмотрите, как он здорово скроен. Лаконичные детали. Да, округлый вырез горловины. Целенакроенный рукавчик. Давайте сделаем замеры проми. Ведь это важная деталь. Посмотрите. На 50, так, это шестой же размер, правильно? Посмотрите, 24 сантиметра плюс эластичность материала до 29 сантиметров. Кстати, на экране вы можете увидеть параметры Екатерины. Рост 177, обхват груди 111, талия 96, но и бедра 123. Что касается длины нашей блузы по спинке, то посмотрите, пожалуйста, еще раз. Катя 54, выбирает для себя 56 размер, и длина спинки составляет порядка 65 сантиметров. Вот она, прекрасная длина, доходит до середины бедра. Кстати, данную блузу вы можете носить, как вам нравится. Хотите, заправьте ее в юбку, а хотите, нет. Ну и юбка на эластичной ленте также здорово построится под любые параметры фигуры. Длина миди самая универсальная. Такой цены больше не будет. Цена только сегодня 999 рублей. Посмотрите, какая экономия. 2000 рублей. Самый популярный цвет красный. Если вы раньше, так же, как и я, считали, что принт пейсли это не ваш выбор, самое время изменить эту ситуацию. Доверьтесь Светлане Бликштейн. Выбирайте костюм Джоанна всего за 999 рублей. И вы поймете, что принт пейсли аристократичен, благороден и вам к лицу. Две вещи. Цена за каждую менее 500 рублей. Ну и нам интересно, а что же подарит нам комфорт в жару? Вы знаете, конечно же, очень приятная по тактильным ощущениям ткань масла, в составе которой 60% вискозы и немного эластана. Она вас будет охлаждать.
ждать самые жаркие деньки. И посмотрите, как она будет струиться, при этом фактически, да вообще не мнется. Простота в уходе, деликатный режим стирки. Давайте заглянем внутрь, с вами мы видим ту же самую мягчайшую фактуру, которая подарит мягкие, нежные прикосновения к вашему телу. Слушайте, стирка 30 градусов и никаких забот. Вот знаешь, летом, когда жарко, и когда ты выбираешь неправильную одежду, ты страдаешь от этой жары. Но в костюме Джоанна вы будете наслаждаться счастьем, вы будете ощущать прохладу, потому что это ткань Ниагара на основе вискозы. Ну а как же мы будем создавать образы? Как мы будем играть? Как мы будем жонглировать этими образами? Ой, знаете, вариаций множество. Еще раз повторю, что это костюм, это две полноценные вещи, блуза и юбка. Смотрите. Аня сочетает с брюками Эмилия, очень красивый, динамичный, такой, да, спортивный слегка образ в стиле casual. Ну и я, посмотрите, сумка Кортни, кстати, здорово завершает образ. Я предпочитаю надеть и блузу, и юбку. Обратите внимание, что создается супер эффект платья. Ты при этом супер. Я умело играю диагоналями и длиной данной модели. Вы также можете подстраивать юбку под себя чуть выше или ниже. Посмотрите на Ксению. Она выбирает куртку Мелита, очень модную фактуру под эко-кожу, топ базовый и юбку от костюма Джоанна. Цена только сегодня 999 рублей. Заказывает сразу по два цвета. Напомню еще раз. Розовый, красный, желтый, серый и коричневый. 5 вариантов пока есть все, но такой ажиотаж творится, что, скорее всего, они разлетятся очень быстро. А знаете, что такое 999 рублей? Ну, что вы обычно выбираете за 999 рублей? Вы идете в магазин и покупаете, как говорят, базовый набор продуктов. И вот они, пожалуйста, тебе 999 рублей. А этот костюм вы будете носить десятилетиями. И, кстати, принт Пейсли, он благороден, аристократичен. Зовите друга, и вы получите 1000 рублей на бонусный счет. А друг получит 1000 рублей доставку. Класс! Да, и бесплатная доставка на второй заказ и 1000 рублей скидку на первый. Это специальное предложение одного дня.